ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили публикацию, автор которой выразила обеспокоенность тем, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Зворыгина регулярно находится малолетний ребенок, стоящий на подоконнике. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку и установили место проживания мальчика. Полицейские выяснили, что в жилище проживает семья с несколькими несовершеннолетними детьми. Все окна в квартире оборудованы дополнительной системой защиты. Запираются на ключ, а на балконной двери снята ручка. Мать ребенка пояснила, что ее сын очень подвижный, и она разрешает ему смотреть из окна на улицу под бдительным контролем. Инспекторы ПДН провели с законной представительницей несовершеннолетнего профилактическую беседу и напомнили о правилах безопасности, призвали не оставлять ребенка без присмотра. Полицейские Кузбасса обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра. Помните, что одна секунда упущенного времени может стоить ребенку жизни. Не оставляйте детей без присмотра. Не оставляйте окна открытыми. Установите на окна специальные замки и решетки. Отодвиньте мебель от окон. Не показывайте ребенку, как открывается окно. Не держите ребенка на руках около открытого окна. Не надейтесь на москитные сетки. Они дают ложное ощущение безопасности. И, как показывает практика, не способны выдержать вес ребенка. Обо всех фактах, когда юные кузбассовцы подвергают свою жизнь опасности или могут стать жертвами злоумышленников, круглосуточно можно сообщить по телефону 02 102 с мобильного. Анна Шуркова, Павел Желчиков, Реа Ленинск.